В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по-выборгски». В студии Максим Упиров. Здравствуйте. 11 многодетных семей из Ленинградской области, воспитывающих 6 и более детей, получили микроавтобусы. Ключи от транспорта им вручил губернатор региона Александр Дрозденко. В числе счастливых обладателей автомобилей – наши земляки из Выборга Алексей и Ильяна Ивановы. У них 9 детей, 4 сына и 5 дочерей. Всего на этот год в Ленобласти запланировано обеспечить транспортным средством 17 многодетных семей, воспитывающих 6 и более детей. А с этого года, сообщил губернатор, второе авто будут вручать семьям, у которых 10 и более несовершеннолетних детей. Аргумент прост. В микроавтобусе 8 пассажирских мест и одно водительское. Вся семья уже не поместится. По инициативе Александра Дрозденко законопроект приняли депутаты регионального парламента. В Полянах отметили День поселения. Муниципальному образованию исполнилось 80 лет. Поздравить жителей с юбилеем приехали представители законодательного собрания Ленобласти и сотрудники районной администрации. За эти годы поселок стал родным домом для многих поколений. Это прежде всего единство и сила каждого из нас. Хочу от всей души пожелать нашему поселку процветания и развития, чтобы с каждым годом он становился все уютнее и комфортнее. Россия – это мы, это ты и я. Праздничные мероприятия начались с возложения цветов на воинском захоронении, где лежат павшие в боях за освобождение Выборга. 16-17 июня наши войска освободили Усть-Кирка. Это бывшее название финское, теперь наши поляны. Мы знаем, что много полегло наших бойцов, много павших за свободу и независимость нашей Родины. Своим существованием полянское поселение обязано участникам Выборгской наступательной операции. Ведь оно было образовано сразу после освобождения территории Выборгского района. Поэтому эти даты здесь отмечают вместе. Но есть еще один праздник, который совпадает с днем поселения. И третья дата, о которой хочу сегодня сказать, это, конечно же, День молодежи. Молодежь – наше будущее. Все, что мы делаем вместе сегодня, работаем, делаем на благо нашей малой Родины, делаем для нас – наших детей, чтобы вы радовались жизни. Полянская молодежь живет активно, помогает пенсионерам, заботится о бездомных животных, занимается спортом. Наш совет молодежи развивается очень быстро в последнее время. Мы стали принимать участие во многих соревнованиях межмуниципального типа. Мы ездили в ноябре на МММ, музыкальный МММ, и также приняли участие в МММ 24-го года, который проходил в Каменногорске. Отметили на празднике и представители старшего поколения. Заслуженных работников наградили дипломами, грамотами и благодарственными письмами. А Галине Лебедевой из Приветненского присвоили звание почетного жителя сельского поселения. Вот такой красивый нагрудный знак почетного жителя полянского поселения. Галина Михайловна по специальности агроном. С 1964 года работала в Полянском совхозе. Была депутатом районного и областного советов. Работала на всех работах. Даже канаву била коровам, веточки рубили. И телятник чистила. Все делала. Но меня быстро взяли сперва помощником бригадира, а потом бригадир. Вот работала 17 лет. 13 лет я отработала начальником участка. Сейчас в поселении живут дети, внуки и правнуки Галины Михайловны. И этот праздник для них еще один повод собраться вместе. Максим Упиров, Кирилл Важенин, медиагруппа «Наш город».
1 июля в нашей стране отмечается День ветерана боевых действий. Он посвящен людям, которые принимали участие в вооруженных конфликтах, защищая интересы государства. Борьба за них происходит и сейчас. Каждый день на Донбассе рискуют своими жизнями граждане России. Эльдар Каратаев на передовую попал еще в 2014 году. Я работал поваром, наблюдал за всем за этим. И принял решение, что нужно съездить помочь. Вот и так получилось, что с 2014 года я стал помогать, встал на защиту гражданских людей. Какое-то конкретное, может быть, событие вы увидели по телевизору, происшествие? Ну, все, что происходило, Майдан, то есть, все это нехорошие вещи, как на Донбассе убивали гражданских. Людей. На Донбасс Эльдар поехал с товарищами. Их было 11 человек. Там они своими глазами увидели, насколько безжалостен к мирному населению противник. А что по приезде туда вы увидели? Ну, пострадавшие города, поселки разрушенные. То есть, как артиллерия работала. То есть, Дебальцевский котел видел вот этот. Ну и при въезде в город, конечно, видел вот эти сожженную технику. Гражданскую в основном. На СВО он также пошел добровольцем. Сначала попал под Лисичанск. Потом были Солидар и Бахмут. Нередко приходилось помогать мирному населению. Вывозили, забирали прямо из мест ведения боя. То есть из-под обстрелов были, когда бабушка с дедушкой спрятались в подвале и просидели там неделю безвылазно. Вот. И случайно увидели, а деревню уже практически снесли, потому что там ничего не осталось. Каждый дом был разбит. Вот хорошо, что у них подвалы подземные, то есть отдельно стоящие. Они вот такие более укрепленные. Рассказывать журналистам о подробностях военной службы ему нельзя. Очевидно, испытать пришлось многое. Но его так воспитывали. Родине нужно помогать. Папа служил, да. Ну, срочную службу. Мы все служили. Ну, просто любовь к родине, я не знаю, с детства такое. Родителями. То есть такой патриотизм в виде, да, присутствует. Сейчас он, что называется, на гражданке. В филиале мультицентра социальной и трудовой интеграции получает специальность оператора беспилотных летательных аппаратов. Сегодня она довольно востребована и пригодится не только в военных условиях, но и в мирной жизни. Ну а если будет необходимость, то вернуться на передовую и вновь встать на защиту Родины, Эльдар готов в любой момент. Татьяна Анкудович, Владимир Кочетков, медиагруппа «Наш город». В 756-ю годовщину со дня основания отметил Приморск. Первое упоминание в летописях об этом поселении относится к 1268 году. Освобождение города в годы Великой Отечественной войны завершилось 80 лет назад, 18 июня 1944 года. Сегодняшнее имя Приморск носит с 1948. По традиции, в праздничный день, который в этом году совпал с Днем молодежи, звучали слова поздравлений в адрес старожилов поселения, участников СВО и их семей, активных и неравнодушных жителей. Город хорошеет, развивается комфортная среда, строится стадион новый, значит, дом культуры, ремонтируются дороги. Много делается, за что хочу выразить особую благодарность неравнодушным жителям, особенно ветеранам, те, которые здесь в 44-45 годах были сюда, приехали и начинали развитие города. Благодарим старшее поколение, потому что все это было, шло от них. Но и важно, чтобы наши молодые приморчане также сохранили эти традиции и сделали город лучше и краше. Впереди у нас еще много работы, направленной на развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни горожан. Я уверен, что мы с этими задачами справимся. Благодарственные письма приморчанам вручали за активную жизненную позицию, за участие в субботниках и благоустройстве поселения, за профессионализм и трудолюбие в различных сферах деятельности. Чествовали самые активные семьи и молодежных активистов. Депутат областного парламента Светлана Рыжова также поздравила жителей приморского поселения и вручила благодарности и почетные дипломы законодательного собрания региона. После торжественной части праздник продолжил концерт местных коллективов «Родные напевы».
и выступления приезжих артистов. Работал парк развлечений для детей и взрослых, и ярмарка. Здорово, мы очень рады, что нас отметили как активную семью. Очень благодарны Дому культуры города Приморска за прекрасные праздники, которые они организуют для нас всех. Есть возможность реализовать свои творческие способности детям в Приморске. И, конечно, все это дарит хорошее настроение, позитив, любовь к жизни, к нашему городу. Прекрасный день, прекрасное настроение, все замечательно. Прекрасный праздник, организовано очень хорошо. Мы приехали в гости, чтобы поздравить всех жителей города Приморск с их праздником, Днем города. Жорик тоже поздравляет, я знаю змеиный язык. Погода просто суперская, сегодня день рождения города Приморска, настроение просто класс. Сотрудники Приморского дома культуры его поднимают всегда, и замечательные просто люди, поднимают настроение и взрослым, и детям, и молодежи. Веселье царило в Приморске до позднего вечера, но местные власти отметили, что в этом году в числе приоритетных направлений развития – благоустройство дворовых территорий и Парка Победы, продолжение строительства Дома культуры, ремонт дорог и другие работы, улучшающие качество жизни. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Свежий воздух, натуральные фермерские товары и единение с природой. Аграрный туризм продолжает набирать обороты. Спрос на экологический отдых в Выборгском районе высок. Сельхозпроизводители начинают открывать двери своих хозяйств туристам. Для их комфортного отдыха необходимо создание соответствующей инфраструктуры. О возможностях поддержки и развития этого направления говорили на выездном семинаре «Агротуризм. Возрождение села». Заинтересованных в этом гостей принимали в крестьянско-фермерском хозяйстве «Хутор Барышева». По мнению экспертов, это отличный пример реализации проекта в сфере сельского туризма. Что такое грант агротуризм? Сначала агро, а потом туризм. Так вот, ребята и начали. Сначала они построили птицеводческую ферму, взяли то направление, которое является дефицитным в Ленинградской области. Это утиное направление, гусиное направление. Да, это то, что не производят наши большие сельхозтоваропроизводители. Они встали на хороший уровень, они начали поставлять в сети. И, соответственно, потом они уже сделали для того, чтобы привлечь туристов на свои, они уже участвовали в гранте агротуризм. Все последовательно, все правильно, так, как и должно быть. Руководители крестьянского хозяйства «Хутор Барышева» Эдуард и Алена Кулик выбрали эту территорию для организации птицеводческой фермы еще в 2015 году. Тогда же родилась идея создать здесь уютную зону для отдыха. Воплотить планы по созданию семейного агротурбизнеса помогла государственная поддержка. Гранты нам очень помогли, безусловно. И мы изначально получали гранты сначала на развитие малого птицеводческого хозяйства. Затем мы получили грант на асфальтовую дорогу, соединяющую сельхозобъекты между собой. И следующий у нас грант был, это грант «Агротуризм». 10 миллионов рублей мы получили. Он совместно с Министерством сельского хозяйства, комитетом по агропромышленному комплексу Ленинградской области. На средства гранта предприниматели построили 3 гостиничных домика и отель на 4 номера. Все в стиле эко-лофт. Обустроены мангальные зоны. Гости также смогут окунуться в быт фермерского хозяйства, проследить процесс от инкубации до появления птенцов на свет. Утки и цесарки, гуси и куры – настоящее птичье царство. Но все это с комфортом для тихого семейного отдыха. В последнее время сельский туризм развивается хорошими темпами, благодаря чему у нас туристы получают новые направления, очень интересные маршруты, новые, неизведанные. Благодаря этому идет не только развитие сельского хозяйства и крестьянско-фермерского, но и всей в целом сельской агломерации. Сегодня на территории Ленинградской области действуют 52 меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Власти региона рассчитывают, что это поможет хозяйствам в создании инфраструктуры для сельского туризма. Марина Чусова, Виктория Иванова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Художники ассоциации «Храм дружбы» приехали из Санкт-Петербурга в Выборг, чтобы погрузить горожан и гостей в жизнь и творчество великого русского классика. В выставочном центре «Эрмитаж Выборг» открылась экспозиция под названием «И в новом веке Пушкин с нами».
На полотнах мастеров можно увидеть не только образы самого поэта и красивые пейзажи, но и картину его внутреннего мира. Каждая работа на этой выставке как отдельная страничка из жизни и творчества Александра Сергеевича. Так одно из творений Ларисы Боевой называется «Воспоминания». В нем отражен очень важный для Пушкина период. Это самое замечательное время для Пушкина. Только что была свадьба, и первое посещение любимого его царского села вот со своей супругой, красавицей Натальей. Они летом снимают дачу у Китаевой. Вот на фоне как раз дачи, а вот там она отдельно у меня написана, дача Китаевой. Вот. И самые романтические, самые замечательные и самые светлые дни прошли именно здесь. Конечно, очень сложно писать портрет Пушкина, да, всем известные личности, но вот как получилось, но это от души, от сердца. Кстати, как рассказывают другие художники, изобразить на холсте великого поэта действительно непросто. Например, Елене Ишуткиной для этого пришлось более детально изучить биографию Пушкина. Читала про него, про его черты, про его, как он выглядел. Но много всего прочитала, чтобы у меня вот этот образ собрался. Как это сделала? Брала посмертную маску, это профиль с посмертной маски сделан. А на дальнем плане тут окно в сад и Михайловское. Как сирень, он тут задумчивый. Были и те, кто прошел по следам поэта и побывал в тех местах, которые служили для него источником вдохновения. Так Надежда Горинская рассказывала о том, как она наслаждалась русскими пейзажами в селе Яжелбицы. Мы поднялись на эту гору, и вот что-то такие пространства, такие дали, оно просто вот навевает Россия, что-то вот. Я понимаю, как он везде путешествовал, и у него строки, наверное, сами просто вот рождались. Вот такой дикий восторг. Атмосферности происходящему добавили выступления оперной певицы Евгении Капитоновой и заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Юрия Гончарова. Выставка готова принимать посетителей до 28 июля. Вход свободный. Марина Чусова, Полина Сорокина, Артем Николаев. Медиагруппа «Наш город». В Выборге отметили День молодежи. В субботу молодые и активные жители города собрались на Димитрово 5, где для них организовали обширную программу. Работало сразу несколько площадок. Здесь можно было посмотреть на показательные выступления военно-патриотического клуба «Бастион», изучить оружие и амуницию, пострелять в тире, а также попробовать себя в разукрашивании шоперов и нанесении аквагрима. Для гостей проводились мастер-классы по изготовлению интерьерных картин, украшений, десертов, косметики и многому другому. Специально для детей организовали площадку для стрит-арта. Под занавес праздника для горожан выступила кавер-группа из Санкт-Петербурга «Рви Баян». Фестивалем «Летний движ» завершилась в Выборге первая смена трудового лета. В июне в городе хорошо поработали 4 бригады и их наставники. И теперь самые трудолюбивые юноши и девушки зарядились энергией на все оставшиеся каникулы. Активисты Дома молодежи организовали для школьников более 20 интерактивных площадок. Команды строили гигантские башни дженга, сражались в костюмах сумо, участвовали в спортивных и интеллектуальных баталиях, скручивались в забавных позах в твистере, играли в крокодила и мафию. За прохождение каждой активности ребята получали специальную валюту. Монеты могли обменять на полезные подарки. Как рассказали бригадиры, в этом году первая смена прошла продуктивно и весело. Подростки не только потрудились на славу, но и узнали все о направлениях работы Дома молодежи и стали частью дружной команды. У нас в этом году очень активные, интересные ребята работают в июне. Они все очень добрые, открытые. Они каждый занимается каким-то своим интересным делом. Кто-то делится, там, помогает с чем-то. Кто-то сегодня помогал даже организовывать это мероприятие. Сразу включились в волонтерство. На протяжении всего месяца у нас проходят дни открытых дверей в клубе, поэтому каждый участник летних трудовых бригад уже знаком с нашими клубами, и кто-то уже туда записался и ходит. Всего в летний период в трудовых бригадах поработают 360 подростков. Желающих намного больше.
В отделе по молодежной политике районной администрации пообещали рассмотреть на будущий год возможность увеличить количество рабочих мест. Ведь привлечение к труду подрастающего поколения сложно переоценить. Это очень важно, потому что трудовая адаптация подростков, она помогает не только социальной адаптации ребят в молодежной среде, но и также воспитывает определенные качества, которые необходимы им в будущем. Надеюсь, что первый месяц трудовых бригад, который для них был завершен, прошел для каждого с определенным опытом, каждый из него вынес что-то свое, приобрел своих друзей, узнал поплотнее, что такое дом молодежи, что такое молодежная политика, познакомился с мероприятиями городского масштаба, увидел, как непросто иногда бывает благоустраивать наш город. Участники первой смены трудовых бригад написали теплые и веселые пожелания и комментарии для своих старших наставников. Это лето наверняка останется у них в памяти на долгие годы. Вероника Когут, Артем Николаев, медиагруппа «Наш город». День Приморска отметили товарищеским футбольным матчем. По традиции торжественным мероприятиям предшествовали спортивные баталии. На поле встретились команда Приморского городского поселения. За нее играли глава районной администрации Валерий Савинов, депутат областного парламента Павел Коржавых, представители нескольких муниципальных образований Выборгского района и сборная театральной лиги Санкт-Петербурга. Я приехал сегодня на футбол поиграть со своими коллегами, друзьями и увидеться с жителями. Это замечательное мероприятие, которое, конечно, добавляет позитива, тонуса. На таких матчах главное дружба. И я думаю, что вы видите тот настрой, который сегодня присутствует, уже говорит о том, что мы все вместе уже победили. Игроков и болельщиков поприветствовали депутат законодательного собрания Ленобласти Павел Коржавых и глава администрации Выборгского района Валерий Савинов, который, к слову, родился в Приморске. Игра получилась интересной и напряженной, но в то же время пронизанной духом дружбы и единства, которые в итоге и победили. Матч завершился со счетом 3-3. Очень приятно, что праздники мы все начинаем с спортивных мероприятий. И, конечно, сегодняшний матч тоже украшение праздника для приморчан, для гостей. И рад, что у нас сегодня хороший, красивый счет, дружеские 3-3. Я поздравляю всех с красивой игрой, желаю дальнейших побед. Ну и, конечно, главной победы для всех нас скорейшей, чтобы наша страна была самая сильная и самая крепкая. Современный стадион в Приморске открыли после реконструкции 2 года назад. Теперь у горожан есть возможность заниматься спортом на полноразмерном поле с искусственным покрытием, волейбольных площадках, площадках для силовых видов и беговых дорожках. Также в Приморске продолжается возведение умного модульного спортзала в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Выделены средства из федерального, областного и местного бюджетов. Окончание строительства запланировано на конец года. Вероника Когут, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». На этом все. Напоминаю, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.